Все, пуляю. Да. Больше интересует, где остров ПВПшный и где кланфот. Уже типа сезон начался, и нихуя не добавили. Что за пятая карта с нами? Лучше не было. Рандом. Он дамажит вообще? Не вижу, не вижу. Короче, мне кажется, мы свой там больше урон нанесем в 10 раз, блядь, чем этот. Да дальше, хуй знает. Направо. Давай. Там на Джайне, пока тут в ком был, он в танке был или в ДД? Откуда у него танк? Сове. Я думал, там, блядь, так мало надамажил. Кстати, Войд тут? А мне, короче, видосик твой скинул еще старого лича, когда ты еще в другой гильдии был. И там тебя, короче, критикуют, что ты в армсе слэм кастуешь. Ничего. То есть 4-5 на армса предполагает использование слэма для того, было, чтобы да, повесился баб. У него еще не еще было тогда 4-5. Не было, да, он нахуй нужен. А мне похуй. Ответ про твара. Я просто не помню, что это. Я тебя в какой-то воде плаваю. Что за хуйня? Что это за босс инс? Ой, бать. Хватит. Надо. Массакр, да? Да нормально, с нами про товар. Нормально живем. Тут что, дамага ноль. О, блять, это пятая карта, нихуя там уровня. Типа, лучше бы он, блять, это дождь свой ливень ебучек оставал бы. Больше пользу. А он вообще не бьет. Пошел. Сдох. Интересно, молодой человек. Может, кикнем? Сало, блядь, пир. Нахуя лишних таргет? Пиром. Сейчас я им костя сольем. С
стрим уже занято будет. Кстати, садимс. Ты уже отошел. Четвертый кат, 248. Лёха, видел то, что черную аук не поменяли на... Да. Просто 260-я триня лежит, 245 мат. 45? Ну, груль магик максимум сейчас. Там Скаргер, да, или откуда? Да, Скаргер. Смороуза, по-моему, клинка. Ты спрашивал, откуда голд? Там голда за бонусы продается. Куда дальше? Ну, блядь, ну не столько же. За мной беги. Так давай тут ДД войд. На боссе. Может дюб? По 175к? Я уже ботов там видел. На траву. Просто смысл столько не нафармить. Ну никак. Просто голды столько не будет. Идите все тут. Видите, сковат. Чего, сведить надо? А. Ты первый таунти шлем, а пианист босс. И просто шлемом убегаешь подальше. Я тут хуй знает, там я в это в ДД, да? Да, желательно. Да, ты похуй. Соло за. Этот тремор ставишь? Конечно. Кстати, Лёх, ты не хочешь поставить аддончик маловесящий, который показывает в маленьком окне проценты босса? Чтобы тебе там не перезаходить, не включать их. Мне просто не на этом компе. Так он вообще ни хрена не весит, ни хрена не жрет. Да мне впадло что-то качать аддона. Так а смысл, типа, можешь в настройках поставить процентаж, не надо... Он их не ставит, он их постоянно вырубает. Дайте. Я себе просто на лока поставил, чтобы там по экзекутку сразу видеть. А то я пока в эти, против дупать. У локов экзекутка, наверное, скиллы, да, активированы постоянно. В других классах-то нет проблем с этим. Скилл не активен просто. Нет, у них просто на экзекутку сильнее дамаг идет. Не, надо другой карт сюда. Просто у меня скилл не активен, пока экзекутка не началась. Выйдите, выйдите. Чё, пошли все. Немножко, ну как у Вары, как у Павла, это немножко по-другому. Вот, сейчас сдохну, что ли. Я, кстати, что-то не нашел, где дается квест, чтобы за Альянс перейти. Типа, с Ренегатов мне на почту пришло письмо. Может, там явиться в Шатрат. А вот на Альянс нет.
Я видел, люди пишут, что они после рефраков не понимают языки, а книжка или что-то. Это так и работает, это так и должно быть. Ты либо покупаешь эликсир на 20 минут, либо ты покупаешь книжку за 4000 голов. Прикольно, да? Ну, типа, это все равно, это надо один раз купить и все, и ты можешь там... Чё не за 20 тысяч голды? Чё за 4 все? То есть, грубо говоря, если ты ренегат, надо эту книжку покупать, чтобы, ну, типа, видеть чё, да? Не, ну если ты ренегат за Альянс, то ты с Альянса-то будешь видеть людей, ты орков не будешь понимать, я так понимаю. Вот это... Да. Изначальные союзные фракции ты должен слышать, по идее. Но при наличии дискорда можно и не покупать вообще. Там немножко в другом дело. Ворвался в толпу аликов и переделал колокану. Чем ты там ворвался? Глоком, что ли? Не, варом. Да и конь делаю. Я думаю, уже забью на дизжонке делать. Заебал, мне каждый месяц пишет, да я вернусь, то ты думаешь. У него там уже такой перекап у силков, что там поставки надо двойные брать, чтобы так. Вот, и буду делать на магию, варе и на локи там выходить. Я и узнул. Блять, зачем? Бой висит от них. Разве от них? Да. Похуй вообще на это. О, нихуя. Больше там поражает цена на символы, которые по 150 голды продают. Сильно. Что за символ? Обычные что символы. Я тоже продавал, когда здесь был. Сервак, типа, я тоже продал. Даже самые дерьмовые по 150 уже. Качни на чертовку, мало кто качает. Понятно, но смысл мне от них.
Чтобы не качать начерталку, надо качать травник. Там люди хорошо качнули, когда вот на самом старте они прям просто качали. Потому что там эта трава очень быстро резала. Ну вообще все быстро резало. РБК, мне надо окошко будет открыть еще, сходить. Жара, блядь, в квартире я ебал. Сегодня, короче, рецепт, блядь, на алхимию выбил 3 раза быстрее, чем выбил, блядь, рецепт ебучий на этот. Там шанс дропа 0,2%, а этот на окаженничество 1,5% шанс дропа. Намного быстрее выбил, блядь, на алхимию, чем также. Ты, кстати, видел, что знаки кулинара добавили за голову? Да, видел. Рыбка подешевеет. Мне как маунта. Раз надо 300 маунта любимого добавили. Ну маунт, спутник. Накидка вообще говно. Это стандартная. Удочка прикольная. Удочка давно. А все вот эти лепестки, снежок. Как хорошо, что РДД нету, да? Это босс. Просто еще жарень, блять, квартиры, я ебал. Все 40, наверное. Так, минус 7 на улице. У меня на улице плюс 5. Оранжевая полиролечка, сердолик, неплохие бонусы. Так, пошел, окошко откроем. Понятно, понятно. Самый трэш, блять, упал. Что там все спиздили? Угу. Паладин что спиздил вообще? А что он взял этот плагин? Чё там, регаем так? Не, блядь, найди одного дома. Ну давай лидера тогда. С этим редким далеко не уедем.
еще одного. На этого кикнуть. Еще. Нельзя его сейчас кикнуть. Да похуй. Ёбаный в рот. Тут я тоже не был. Хуёво. А чё тут? Пиздец. Ну, на самом деле, не печально, кажется. Видишь в пачке послушника, убиваешь его первым. Как сбиваешь? Убил сейчас. Аккуратно по левой. Разбить. Пошли дальше туда, там, чем на книжную академию. Где я потерялся? За звездой иди. Сука. Стоят там туннели 2 часа. Да, сейчас мы порофлим на первом боссе, конечно. Кстати, Лёха, я заметил, что тут гораздо больше альянс, чем арт. Там больше ренегатов будет. И хусагри еще будет. Дальше. Можно спрашивать. Понять. Ну, на острове меня и будут именно альянс. Сейчас перейду за альянс, будет больше казаться, что армия. Сука, чё за хуйня? Блядь, заебал. Много не буду. То есть, чтобы стать ренегатом, надо сотку заплатить, а чтобы альянс там 100-500. Ну чё ренегаты вообще? А? Что есть этот ренегат, что нет.
Ебать, там бежать. Не чтобы стать аликом, надо бежать в сумеречный лес. Даже не сумеречный, прикольно смотреть, когда Таурен за Альянс бегает. Ну да. Че сложный босс? Пухи с ним. После откидывания, вот сейчас будет первое, потом второе. Ну. Блять, Геру въебал. Он кому-то дал. Снимай. А что будет? О, ёбаный в рот. Ну мне пизда. Мне пиздят. Лёха, вы там с Библом гильдию можете приглашать? Чем тут Библ до меня? Ну, я думаю, ты тоже вас кормит. Я не стал не попробовать. Ты че, на 40-го? В смысле, здесь сказал, что он тебя до 70-го прокачал. Это Мазера до прокачал. Что, снимать? Сука. Красава, это да? Норм. Профессионализм. Профессионально. Бля, все равно минус ебал. Все тебя отпизживают почему-то. А это, блядь, босс конченый, нахуй. Слишком далеко. Забивайте босс. Еще контроль будет, скорее всего. Может и нет. Хорош. Да, я рез. С маны нету, ретрик. Дома срезка стани. Стой, сейчас я тебя резну. Тот ножик уже хуярит. Китай, у обоих. А не, КД. Подожди. КД, 15 секунд, не кастуй. А сейчас он станет там, КД был. Да, 3 секунды, Лёх, не кастуй.
А, говорит, дополнительных трэш постоянно. Даже хз. Идите назад. Кто это? Это был я. А чё? Сразу. Ну. Да не надо. Нет, споловки нет. Я тебе говорю. Там лужище лежит нормально. Да, они все рвут эту лужу. Да по хилю они бьют меня. Просто аврю под хату споловки. Респект протопала сделать, она порядок. Че, пробиваем? Ну там первую пачку надо убить по-любому. Я боб тебе дам, если что. А че там пробегать? Ну, ща увидишь. Трэш? Тут его. Его тут пиздец. Чё, зальём, не? Да не, ну пизды получим. Там мобы спаунят трэш, вот эти призывательницы. Он отказ сбёр. А если много сагрить, это минус ебало. Плюс там некоторые ещё инташат. Мобы кончат. Пробиваем. Ну я поагрю на себя просто. Всё, вы за мной там. Жизнь. А он еще рога в инвизе дойдет, я думаю, у нас есть да. Окей. Все, три. Так, дай мне там щиток. Зачем? Хотя ладно. Я наоборот пизды получу. Ну так лучше ты че. Ну да, я останусь на середине что лежать. Рано. Ну все, я в МК. Куда бежать надо? За босс? За звездой. Пробеги вперед, просто там диван же. Пробежал. Бурматун, просто. Там рога в инвизе нормально. Я в диване. А, о, тебе лес. Дал? Да, паладин по мне дал диван. Рогом срез. Напишите роги. Окей, я понял. Дебик, блять. Верьте, моба хули.
знаю, что. Одного моба, я думаю, уже осилим. Конечно. Охуеть, что происходит? А вот этих надо будет ближних бить, каббалистов? Нет, нет. Просто... Сбоку босс пулит свой пиздец. Гирка, да. Хоть бы Штева я нажал ради приличия. Я нажал только после уже. Трэш сагри. Блять, как? Рованый. Кто побежал, сука, в бок? Рован. Я не прыгаю. Ой, а чё за дракон, нихуя себе? Маунт. Маунт упал. Хорош. Давай по ролю потом. Че, мы бов сливаем, че нет? Ебать, что происходит. Да они контролят. Че, у кого маунт? Меня. О, Даш? Даш, я скажу, чтоб пух не забрал. У меня есть такой. Мне просто интересно, он 280, ой, 310 будет или нет? Дракон есть. Сироку купить. Нет, дать стан этому типу в каст, лучше рогу отхуя. Кстати, он же undead, чё он не сбросил, раз он бомж? Чё-то не ёбнул. Ты чё тычкой ёбнул, бы. Чё там Розария в гильдии овнит. Про чё он, ну? Чё там? Кто-то в лого Мактеридона там, походу. Прикалывает. Кто там с нашим? Да вроде никого, кстати. Цермион Пулас, Рафатского пламени. Так, давайте пуга кикнем. Ну давай, Войд, я тебе это уступил, этого коня, ты уступи мне дракона. Какого дракона? У меня нет дракона. Так, блять, а у меня коня не было, ебать. Тут забирай. Короче. Ладно, давай, кидай на ролл. А, сука. Так он только тебе и надо. На, блин. Изи.
Так, ща проверю. В Гребнаре. Так, нам же третью еще надо, да? Ага. Короче, что-то он там писал, его кикнули с рейда. И он спулил босса. Сука, 280-й. Да терминон вот этот, блядь. Я бы тоже кикнул. Что там, тела никакого нет, что ли? Нет, ща волчать найду. ФДК 275, хорош. Блять, надо было вон сгинти. Кого? Да все забей. Он там пускай дрочится сейчас. А шо ж такое? Трейр букашку. Почему маунт не 310-й? Какого хуя? Так. Это пиздатый дракон. Не зря продал, да? Ты уже, можно сказать, зря. Ну так чисто в Долоране там на полет. Он чисто стоять. Красивый хоть. Ну да, потом покажу. Такой с шарфиком. Еще осталось чарку нам на лед выбить. И на темную магию. Я пока не могу использовать эту способность. Чарки. Волк. Забей. Откинул, да? Этого босса я бил 12 пугами. Сколько? 12. Минут 12? Да, 90% урона по нему было мы. 95. Шел с пугами в арбу. Я бы удалил игру после такого. Я захожу, а там, блядь, 180, 200. Называется реально использовать эту способность. Не сейчас. За. Да. Парирование ушло. Ушел стол. Думаю, ты 5 что ли? Я пока не могу использовать эту способность.
Да, ты опять парирование. Да ну нахуй. Серьезно. Ты часто. Причем мастерства, блядь. Ой, как. Бывает такое, честно. Уходит в парирование. Нет, тут РБКшные эти БК мобы, блядь, конченые. В плане инстах у меня пытка уходит в саппорт, неведомо в какой, блядь. Ты Вага в Дисе? Ага. Ну да, сейчас мы третий доносим. И пойдем. Че, варенить? Делаем попытки. Какой сетап? Шампрут. Самый ненормальный. Самый нормальный сетап. Ты че? Самый ненормальный. Против ДЦ кота, блять, больно. Я все. Оденешься, 2.5 возьмем на изи. Даже не 2.5 гладов сделаем, все нормально. Понимаете, это тот же самый, блядь, Holy Pal Arms War. Только минус у них от хила, типа, понижения от хила нету. Зато есть диспел. Нам понижение от хила не надо, нам просто каст кикнуть вовремя, и хилу пизда приходит. Ну и так, да, каст. И продиспелить этого же хила. Ну да, тоже неплохо. Не, ну вот против, блядь, вчерашних этих ДЦ кота, нахуй, огорел, пиздец. Они грамотно, видно то, что не первый день вместе играют. Френдик умеет ПВПшить, да. Чё, Френдик вчера был? Ну да, мы и против него с каким-то ДЦшкой встречались там много раз. Разбанили? Три раза пизды получили. Разбанили его? Я вообще не знал, что он забанен. Банил тогда давно. И сколько он разбанил, интересно. Всегда. Это за что его? За СХ. Ёбанутый в рот. Итак, плюс бот. Молодец какой. Ну забашлял, видно, ну чё, и раз банен. Тут же политика так. Мы вам бан, а вы нам башляйте. И всё будет хорошо. Все проблемы решаются. Ты знаешь, я не удивлюсь, если тут половина этих гладов из топа играют с какой-то хуйней. А так по-любому есть. Со скриптами. Надеюсь, им, сука, в реале к зеркалу стрёмно подходить, нахуй. Типа админам же невыгодно, чтобы деньги выводили серверы по-любому. Главные призовые места занимают кто-то связанный с админами. Ну не то, что это не в этом. А это факт, это коммерческий проект. Да, тут еще прикол в том, что это призовые места, они же делают как, типа, если ты перекидываешь бонусы, то больше тебе бонусов, и люди в большинстве случаев перекидывают бонус, то есть деньги не выводятся из-за этого банка. А меня Байер уже три раза, блядь, там спрашивает. А чё, во сколько мне там? Может, в 6:30 мне подойти? На что у тебя Байер? Ну, ему это нужна клятва ХМ и ачивка слича. Че, поди плохо с тобой, брат. Фу. Альянс говно. Ну, блять, тут хотя бы Асгард есть, хоть нормальная дивизия, а у нас там говно. Оставишь, что ставишь же топ? Я на экстрим. Не, ну... Я про здесь, Асгард что, лучше ставишь тут? Ну, а я тебе про это. Да, понимаю, честно тебе сказать, я уверен, что Фукакега
Не будет для стаи. Я тебе, блядь, 100% даю. Вообще хуй его знает. Там дезерон у них сидит, как я сам говорю. Поэтому все очень вероятно в их пользу складывается. Не, ну может быть, но, блядь, я не удивлюсь, если оно будет там за Асгардами, грубо говоря, в деле. Или за кем-то другим. Кому, ну, кому фартанет и кто быстрее на босс соберет, тот и заберет. Тут немножко от фарта будет зависеть и от того, как, вот, допустим, выходит нерв, да, и как быстро рейд соберется и пойдет на этого босса. То же самое с Джайной было. Типа, как быстро рейд собрался и пошел на этого босса, так и этот, так и ФК первые Асгарды забрали. Джоки могли ФК забрать спокойно, но у них КДшки не было.